Вы тараканов на кухне видели когда-нибудь? Белых. Белых. У нас тут проблема возникла. Давай я домик уберу. Ты зачем? И ты всех тогда сможешь снять. Да ты что, тут из-за домика истерика начнется. Они на свет, видишь, я свет включил, они все убежали. А, что я это самое? Ничего себе, тут это смертельный вид. Я камеру-то зачем взял? У нас тут проблема, Мальва хочет себе крысенка оставить. Нет. Да, двоих. Нет. Вот, она там пока у него попискивает мамочка. Вот, а я вообще не сопротивляюсь. Как ты хреново сопротивляешься? Не, хреново сопротивляюсь, да. Просто проблема в том, что я не знаю, куда их с кем селять. Вот. И вот кого тут выбрать? Тут они все такие классные, все такие пушистые. Если только с крокодилом, пусть стоит из троих белых. Только один большой жирный, и тебя убаливается. Вот это вот и кто? Кстати, кто? Это девка. И девка, он писька девчачья. Вот ты кто? Лови, 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 лови лохматую фигню. Тихо, стой. И ты тоже, девка, ты, по-моему, та же самая абсолютно. У Мальвы там это на руках. Она пытается их загладить. Она орёт на неё, говорит, не надо меня тут огладить, мам. Не, вот это оручие, да? Нет, это младшая. А, это младшая, вот она это, не орёт. Вот это вот орёт. Вот это орёт. Ну, сейчас она уже не орёт. Орёт. Смотри. Нет, фигня, что за хрень? Я сломала пищалку. А, ты сломала пищалку. И, собственно, да, вот у меня вопрос какой. Слышь, ты дай мне договорить, а? Что? Вот мне тоже интересно, что с ней такого делали там, что она так вот реагирует? Психованная. Не, она прекрасно заглаживается. Причем она не психует ведь, она просит, чтобы, ну, как бы ее не трогали. То есть вот это такой писк, это реакция не агрессии. Это реакция, ну, не то чтобы страх, она... Так куда ты на меня-то лезешь? Чё был бы страх, она бы сейчас уматывала. Она ко мне обидёт, не хочет она. Не, у младшей я уже сломала пищалку. Вообще сломал пищалку младше я. Хорошо, ты сломал. А вот ты ей сломай пищалку. Тебя с девочками оставлять нельзя, ты пищалки ломаешь. Я её загладил просто в усмерть. Вот она, крыся. Возвращаясь к нашим баранам, в смысле овечкам. Идите сюда. Мне нужен это, пацан, блин, все руками своими сгораживаю, нифига не видно. Да вы... давай я домик уберу. А ты сейчас там с кем-нибудь раздавишь кого-нибудь? Ну, конечно. Положи матерей. Я же всегда так делаю. Матерей на место. И тихо, мать, зря ты это сделала. Вы тараканов на кухне видели когда-нибудь? Белых. Белых. Собственно, вот из этого всего, где тут, кто тут, где тут что-то, твою ж мать. А чего вас тут так много? А как ты потом домик у нас ставить будешь? Не буду. Я и матерей отправлю, матери будут страдать. Охренеть. Тараканы расползлись. Говорит, куда дели домик? А домик уже потом не поставишь? Поставишь. Только на них. Одна говнюшка сегодня ночью, вот какая-то вот из этих, уснула очень сладко. Я думал, ее раздавили, она сдохла. Вот, умерла. Умерла, да. Я ее поднял, а она не шевалится. Вот. Я психанул. А она взяла и зашевелилась. Не, смотри, младшая еще пищит. Ну, она попискивает. Старшая-то орет вообще матом. Вот, собственно, да, надо выбрать матика. Не надо. Не надо. Ты только что орал, что не надо. Я говорил, не надо. Вот жирный, смотри, какой, смотри, яйца. О, прям лидер стаи будет. Да, крокодила затерроризирует. Там чесался, свалился. Блин. Ребят, зачем тебе бумажка? Ты чего бумагу зрешь? А, ты просто... Они сегодня уезжают на передержку, на нормальную, на длительную. На длительную, да. Они будут пристраиваться, куда-то полезло. Вот, и, собственно, я уже скучаю, я не знаю, я хочу, и не хочу, и хочу, и не хочу, я хочу и клетки минимизировать. Вот тебе минимизация клеток. Минимизировать. Куда ты полезла? Сиди тут. Они гулять очень не хотят. В общем, короче, если вам нужна минимизация клеток... Срочно, да, вот, я ссылки еще раз оставлю в описании вот на этих крысят, уже там, возможно, темы к этому времени будут созданы. Вот, а я, наверное, сейчас будем все-таки как-то выбирать. Давай не надо. Ты сама предложила. Я не предлагала, Алю, это ты сам. Ты зашла и сразу сказала, так, давай двух оставим. Все, я тебе говорил, не надо. Не было такого, все врет. Вот, ты сказала, давай, крокодилу. Вот, блин, кого?
деньги кончатся. Крысы деньги все сожрут. Давай не надо. Давай не надо. Давай вот этого. Не надо. Чего орешь? Пусть они едут к Хеле, а от Хели уже тогда усыновим, если придется. А, слушай, кстати, да, вариант интересный. Так самых толстых заберут, самых красивых. Давай самых больших выберем. И что, отметим? Уши помажем чем-нибудь. Давай чем-нибудь помажем. Вот ставь домик. Как ты домик теперь поставишь? Все, хана. Никак. Так, крысята, давайте. Убери свои лапы оттуда. Давай я крысят отсюда. Давай не надо. Вот, смотри, раз, господи, как вас много. Я их туда, они сюда, я их сюда, они туда. Да отойди, я спокойно поставлю. Ты поставишь сейчас, прямо на крысятах. Не поставлю я на крысятах. Дохлятина валяется, иди туда. Ты их будешь учить, это бесконечно. Нет, они сейчас кончатся, подожди. Сейчас, вот смотри, два последних и еще один последний. Что-то мамашка по мне очень поняла. Давай ставь быстрее. Где еду клад? Ставь быстрее домик. А как я пропишу? Там крысенок побежал, стой. Да наплевать. Их много. Убирайте носы свои. Тебе не кажется, что ты не успела? Я прекрасно поставила домик. Я отсюда видел, они в процессе ломаны. Ты видишь, что за сколько осталось? Они все там. Точно никого не раздавили? Точно. Ну, если бы раздавить начала, там бы заорало все. Собственно, да. Держите пальцы, что, возможно, останутся, но мы пока не знаем. Ну, в общем, все, видос закончен. Пока-пока.